Владивосток. Город-крепость, город-воин. Владей Востоком нарекли его при основании. В прошлом веке дальние рубежи России только еще укреплялись, и название определило особую роль крепости в защите восточного фасада русского государства. За свою недолгую историю он не раз видел войну. Он встречал партизанские отряды гражданской и провожал приморцев на Великую Отечественную. Герой Советского Союза, старшина первой статьи Николай Вилка. Герой Советского Союза, старшина первой статьи Николай Вилка погиб, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Матрос Илья Каплунов. Матрос Илья Каплунов погиб под Сталинградом. Герой Советского Союза Мария Цуканова. Герой Советского Союза санитарка Мария Цуканова погибла в жестоком бою с японскими милитаристами. Герой Советского Союза старший лейтенант Стрельников. Герой Советского Союза Иван Стрельников погиб в бою за неприкосновенность государственной границы советской родины. Навечно зачислен в списке заставы краснознаменного Тихоокеанского пограничного округа. Головные уборы снять! Член ЦК КПСС, первый секретарь Приморского крайкома партии Виктор Павлович Ломакин. Как по-вашему, чем вызвано название края Приморский? Наш край называется Приморским. И это название, как нельзя лучше, и, видимо, исключительно точно, определяет его и географическую специфику, и определяет характер труда его людей. Поглядите на карту Приморского края. Название населенных пунктов, бухт, проливов. Здесь хранят память о героическом прошлом наших предков, о первых путешественниках, о мореплавателях, которые первыми бороздили здесь бурные моря, и российский флаг водружался на неведомых в то время островах, берегах. Тихий океан накладывает определенный отпечаток на всю экономику нашего края, на быт людей, уклад, на культуру. 100 тысяч человек, приморцев, ежедневно трудятся в море. Приморье — это сегодня и край большой науки. Дальневосточный научный центр Академии наук СССР ведет комплексные исследования богатства Мирового океана и прилегающей суши. Они занимаются вопросами размещения производительных сил в нашем дальневосточном регионе, ведут большие исследования, связанные с строительством Байкало-Амурской магистрали. Здесь можно изучать всю таблицу Менделеева. Здесь уникальнейший животный и растительный мир, огромнейшие запасы
леса. Если можно так выразиться, то Приморский край – это уникальный естественный музей природы и животного мира. Мне хотелось бы вам пожелать, чтобы вы поближе узнали наш край, чтобы вы поездили по нему, по нашим дорогам, по нашим красотам, чтобы узнали людей поближе наших, красивых, замечательных, интересных людей. Я искренне убежден, что вам наш край понравится, очень понравится, так как понравился он многим нашим приморцам, которые связали свою судьбу с этим краем и остались здесь навечно. Эпоха великих географических открытий продолжалась до середины прошлого века. Из Кронштадта и Петербурга уходили корабли к берегам Антарктиды и Аляски, Камчатки и Сахалина. Геннадий Иванович Невельской, никому дотоле неведомый капитан-лейтенант, принес русский флаг на край материка, на Тихоокеанское побережье. В Петербурге одобрили. Где раз русский флаг поднят, он уже спускаться не должен. Но замыслы Невельского шли еще дальше. Будущий адмирал поставил себе цель отыскать на юге края гавани, всегда открытые для навигации. Только подобная гавань, докладывал Невельской, как непосредственно связанная внутренним сообщением с Амуром, может обусловить важное политическое значение для России, Преамурского и Приуссурийского бассейна. И вот, отыскавший в теплых южных водах Приморья удобные бухты, русские люди открыли и подарили отчизне огромный и прекрасный край. Выдающийся исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев говорил о Приморье. Это царство гор. Всюду лес, бесконечный лес. Всюду горы, бесконечные горы. Можно добавить, что край – это и море цветов. В наше время треть всего российского меда добывается именно в Приморье. «Царь зверей – тигр, царь растений – женьшень», – гласит восточная поговорка. Водятся в Приморье и тигры, растет и женьшень, таинственный и легендарный корень жизни. Совхоз «Женьшень» – единственный в стране. Поиски «Женьшень» – это многомесячные блуждания по тайге, полные опасности и лишений. А в совхозе – промышленная плантация драгоценного корня. Рассказывают о тайной таежной посадке «Женьшеня», принадлежавший другу и проводнику Арсеньева Дерсу Узала. Придет время, утверждает легенда, и она откроется счастливцу. Но приморские женьшеневоды-любители вынесли из тайги собственный опыт выращивания женьшеня. В тайнике Дерсу было всего 28 корней, а под навесами любительских огородов их тысячи. Женьшень, тигры, пятнистые олени – это, конечно, приметы края, но экзотические, о которых в первую очередь и рассказывают приезжим. Есть в горах Сихотэ-Алиня другие богатства. Крупнейший в стране оловодобывающий комбинат «Хрустальнинский». В годы Отечественной войны каждая пятая пуля была отлита из сихотэ-алинского свинца.
О войне напоминает и название поселка. Только о той, давней, русско-японской. Матросов, переживших знаменитое Цусимское сражение, царь наградил землею в одном из наиболее глухих горных районов Приморья. Там и поселились георгиевские кавалеры-цусимцы, и стал поселок Кавалеровым. В Кавалерове вам покажут и скалу, возле которой сошлись впервые Арсеньев и Дарсулузала, и где они разбили свой первый совместный лагерь. Об этих местах Арсеньев писал так. «Вся же центральная часть страны представляет собой такую область, которой более чем применимо выражение «лесная пустыня». Целыми неделями можно идти и нигде не встретить ни единой души человеческой. Менее 100 лет прошло с тех пор. Ныне здесь центр горно-рудной промышленности края – Дальнегорск. И славятся ныне дальнегорцы своими скоростными проходками, всесоюзными рекордами. В рудниках производственного объединения «Дальполиметалл» работает наиболее совершенная самоходная техника. А начиналось с 2 мешков муки, за которые владивостокский купчишка приобрел у старателей право на разработку свинцово-серебряной руды. О техническом же уровне той разработки мы знаем от Арсеньева. При перевозке вагонетки рельсы, части машин погибли. Рабочие, пока тянут бичевой лодки с грузом вверх против воды, съедают почти все, что везут. В Дальнегорске родилась и самая молодая отрасль промышленности края – горно-химическая. Приморское производственное объединение «Борг» поставляет продукцию 30 странам мира. Геологи Дальневосточного научного центра Академии наук СССР установили, что по своим рудным богатствам Сихотэ-Алинь не уступает Уралу. И многие из месторождений имеют общесоюзное значение. Уже сегодня Приморье дает стране боропродукты. Плавиковый шпат, олово, вольфрам, цинк, свинец, висмут, благородные металлы. Бурно развивается край, особенно за последние 2-3 года. И это видно на примере Сихотэ-Алиня, недавней лесной пустыни. Ой, у поли прикрены ченьки, любив козак три девчинаньки. Названия сел рассказывают об истории заселения Приморья. Черниговка и Астраханка, Полтавка и Саратовка. Словно частицу родной земли принесли с собой переселенцы название отчего дома. Наши, значит, жили на Украине, в Черниговском, Белокунтовском уезде. Жили, значит, там, ну, земли было 1/10. А 3 брата было. Ну, помещика работал все время.
Ну, значит, работал 20 копеек в день своей торбой. А в 4-м году, кажется, тут война была, значит, наши солдаты сюда приезжали, Дальний Восток освобождать. А тут же степ, все свободное, ни пахоты, ничего. А там человек, одна коровенка была в доме, да действительно земля, деньги какие. И они приехали, нет, когда поехали туда, к царю обратились наши солдаты, говорит, на Дальнем Востоке, так, пожалуйста, едьте, только на свой счет. Ну, наши рискнули, значит, приехали в Владивосток, ну что ж, так добивались на быках, то на чем. И давай распахали, начали, значит, сеять, через годы деньги отдал, все. Я гражданскую войну прошел, усю, воевал в Дальний Восток, служил. В Амурской области был, там мы как раз были, интервенцию разогнали, мы там жили. Там наши есть, родня живут. И вот никуда не едут, только здесь. И так здесь должен помереть. Ну, живу, обжился, живу, хорошо, у меня 3 сына осталось. Живем же, что, хлеб жуем, деньги есть, все есть. Живем. А люди, вы же есть с Украины, приехал так, приедет. Трошки поднажился, заправил водку пьет, собрал. Нет, плохо въезжает. Поедет там напрямую, обратно едет сюда. А тут совхоз такой у нас, ну, людей мало. Да, так принимают их уже. А я так уже обжился, мне нравится тут. А жить хорошо тут можно. Земля вольная. Скотину держишь, совхоз. Лишь бы работал, живи. Мне нравится. Я люблю этот край, и так что доволен этим краем. Если бы не доволен, я бы уехал бы куда. А я ж не въехал никуда. А хорошо жить. Не сразу привыкли крестьяне к приморской земле. Да и земли толком не было, одни болота. Только лотосу здесь привольно, тепло и влажно, как в тропиках. Но русский крестьянин гибок умом. Он сообразил, что в краях, где растет лотос, рожь не посеешь. Люди там сеют рис. В наши дни на заболоченных землях при Ханкайской низменности строятся крупные рисоводческие совхозы, поселки, насосные станции. И оказалось, что Приморье – край, просто созданный для рисосеяния. И выращивать здесь рис значительно дешевле, чем в Средней Азии. Ведь ему, как и лотосу, нужны не только тепло, но и вода. Приморье, где все еще не хватает рабочих рук, эта культура особенно ценна. Все процессы по ее выращиванию можно механизировать. В центре наиболее обжитой части Приморья вырос юный гигант строительной индустрии – Новоспасский цементный завод.
Завод дает цемент не только лесоводческим новостройкам и местным промышленным объектам, он обеспечивает основные стройки Дальнего Востока, связанные с прокладкой Байкало-Амурской магистрали. В этом уникальном заводе, сказано в поздравлении Леонида Ильича Брежнева строителям, воплощены лучшие достижения отечественной науки и техники. Интересно, что завод в меньшей степени, чем другие предприятия края, испытывает нехватку рабочих кадров. Уже ко дню пуска он был укомплектован опытными специалистами, потому что для них заранее наладили быт, возвели благоустроенные жилые дома. Глядя на море лесов, Арсеньев сказал, через 10 лет, а может через 50, где-то здесь завод поставят, город вырастет, поезда побегут. В городе его имени, словно вышедшем из тайги и сохранившем ее запахи и колорит, как бы заложены наиболее типичные черты Приморья сегодняшнего и будущего. Промышленность города устремлена в завтра. Самолетостроение, приборы и машиностроение – основа развития всех отраслей. В цехах, оборудованных автоматическими станками, малолюдно. Это, кстати, и есть один из эффективных путей восполнения нехватки рабочих рук. Людей минимум, продукции максимум. В штормовом море эти навигационные приборы будут прокладывать курс кораблям. Не так ли Арсеньев прокладывал курс потомкам? Ведь он и сам был следопытом, первопроходцем. Он искал и торил тропы для нас. Подобно ему и город его имени прокладывает дорогу в будущее. Дарит свой опыт тем, кто пойдет следом. Перед началом Путины в доках старейшего и крупнейшего предприятия края, дважды орденоносного дальзавода, можно увидеть все типы современных рыболовных судов, вплоть до огромных плавучих заводов. Дальний Восток называют главным рыбным цехом страны, и в этом цеху Приморью принадлежит ведущее место. Под всеми широтами Мирового океана можно встретить рыбаков Приморья. Даже малый колхозный флот уходит за тысячи миль от дома. Вот так дальневосточники ловят сайру, приманивая ее ярким светом электрических люстр. Давай,
Приморцы вообще легки на подъем. Да это и не удивительно, если вспомнить, что ежедневно 100 тысяч трудится в море. А сколько уходит в различные изыскательские партии и строительные отряды, в тайгу и горы, по всей необъятной территории региона, от Байкала до Камчатки. Один из рыбозаводов комбината «Островной» так и зовут студенческим. Каждое лето приезжают на Курилы из Владивостока студенты самого большого в стране учебного заведения рыбной промышленности «Даль Рыбтуза». Польза от их приезда обоюдная. В самое напряженное время сайровой путины комбинат получает помощь, а студенты – практику. Будущим технологам, экономистам, механикам, командирам производства пригодится опыт, полученный в нелегком трудовом семестре. Не жди меня, скоро жена опять закипает у борта крутого посола волна. Под северным солнцем неверный, под южных небес синевой, всегда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Всегда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. И дома порою ночною, шторка открою окно, опять на ветру надо мною тугое полет полотно. И тесны домашние стены, и душен домашний покой, когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Почти все из 12 высших и 33 средних учебных заведений Приморья готовят специалистов по профессиям, прямо или косвенно связанным с морем. Мальчишки, 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 пусть вечно завидуют мне, и старость отступит, наверное, не властна она надо мной. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Когда паруса Крузенштерна шумят над моей головой. Среди тех 100 тысяч приморцев, что ежедневно находятся в океане, две трети – молодежь. Те из них, кто не доучился на берегу, имеют теперь возможность закончить образование здесь же, в море. Которая на определенном промежутке может принимать наибольшее и наименьшее значение – и для определения... Приморцы первыми в стране организовали на крупных плавучих заводах школу в океане. И определение значения функций на концах промежутка, после чего выбирается из всех этих значений наибольшее и наименьшее. На примере мы с вами показали, как им нужно делать это. Эта школа необычная тем, что находится она в открытом море, и тем, что в течение многих месяцев учителя не расстаются со своими учениками. Вместе живут, отдыхают, работают.
А в остальном школа как школа. Ну, правда, посещаемость в ней выше, чем на берегу. Уроки на корабле прогуливать просто негде. Вот у меня за 14 лет работы 42 человека окончили вузы. Это бывшие матросы, бывшие раздельщицы, укладчицы, бывшие мотористы, предположим. Вот у меня, например, есть и медицинские окончили, и юридические, и политехнические, и геодезические окончили. Не говоря уже, очень много мореходные училища окончили. Очень это много мореходных. Да, да. Мореходные в основном средние, есть и выше, есть и капитаны уже дальнего плавания, бывшие матросы, штурманы много. Так что, конечно, школа дает много. Есть даже научные сотрудники. Галя Шихова у меня работала, она укладчицей на Никишине, уже окончила биологический факультет университета Дальневосточного. Она работает научным сотрудником в биолого-почвенном научно-исследовательском институте при Дальневосточном центре Академии наук. А между прочим, она, знаете что, 3 раза на берегу пыталась в 11 класс ходить в вечернюю школу и не могла закончить на берегу. А у нас закончила и прекрасно закончила. Ну вот видите. Если разговор заходит о флоте, прежде всего вспоминаются корабли. Ведь они это и есть флот в нашем представлении. На самом же деле корабли лишь половина флота. А вторая, не менее важная его часть – порт. Когда русские мореходы нашли на побережье весьма удобную бухту, они в честь своего счастливого открытия назвали ее «Находкой». Бухта лежит вблизи Владивостока между мысом Астафьева и мысом Шефнера. Сегодняшняя Находка – крупнейший Тихоокеанский порт, центр международной торговли и научных связей Приморья. Ученые Дальневосточного научного центра устраивают здесь симпозиумы и семинары со своими коллегами из США, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Здесь заключаются крупные торговые соглашения. Все флаги стран Юго-Восточной Азии, Америки и Западной Европы встречаются в Находке. Но тесно стало сегодня между мысом Астафьева и мысом Шефнера. Ведь товары, выпускаемые только Приморьем, экспортируются в 50 стран мира. А неподалеку расположена бухта Врангеля, открытая одновременно с Находкой. Бухта обширная, глубокая. Если в ней прежде не было особой нужды, то ныне здесь строится и работает порт Восточный, основной порт будущей Байкало-Амурской магистрали. На его причалах все богатства Приморья. Это и лес, которым славится край. Он грузится наиболее прогрессивным способом – в пакетах, что позволяет обслуживать суда намного быстрее. Один из примеров комплексной переработки древесины – технологическая щепа, вырабатываемая из отходов. Ее охотно покупают страны Юго-Восточной Азии, бедные лесом. Восточный порт-автомат. На причалах только механизмы. Автоматические системы управляют всеми погрузочно-разгрузочными работами на крупнейшей в стране контейнерной площадке, терминале. В порту начинается Транссибирский контейнерный мост Юго-Восточная Азия, Западная Европа. Кратчайший и наиболее дешевый торговый путь.
Приморье и само богато углем. А с вводом в строй БАМа уголь хлынет сюда еще более мощным потоком. Уникальный угольный комплекс позволит сократить время загрузки судов в десятки раз. Молот порт и молот край. Вся история освоения этих берегов умещается в памяти всего 2-3 поколений. Еще живы внуки тех, кто первыми приплыли сюда от холодных Балтийских берегов. Мы в гостях у известного советского поэта и писателя Вадима Сергеевича Шефнера. Это путеводитель по Владивостоку. Вот тут есть закладочка одна. Вот, пожалуйста, посмотрите. Краткий исторический очерк. Да, вопрос о нем. 20 июня 1860 года для основания поста Владивосток в бухту Золотой Рог прибыл военный транспорт «Манжур» под командованием капитана-лейтенанта Шефнера. Ну, это я в детстве слыхал еще, в семье. Эта часть семейной истории, так сказать, исторической семейной истории, вошла частью в мою повесть «Имя для птицы», где речь идет обо мне, о детстве. Но там есть вставки и о предках. Здравствуйте, Вадим Сергеевич. А вот когда вы были в архиве, там не нашлось каких-нибудь документов, связанных с основанием поста Владивосток? Есть, там есть шханичный журнал вот этого корабля «Манжур», которым командовал дед Алексей Карлович. И там я сделал выписки из шханичного журнала. Так, того же июня 20-го дня пополудни. В случае. Часы 12. Ветер тихий, ясно. Всего числа свезено на берег. Бочек с мясом 4. Пеньки 25 пуда. Муки ржаной 29 пуда. Лошадь 1 и быков 2. Всего числа отправлено на берег 1 обер-офицер, 2 унтер-офицера и 28 человек рядовых для занятия поста. Вот, собственно, с чего начался Владивосток. В день основания Владивостока было тепло и ясно, и ветер был тихий, еще не подошла пора тайфунов. Правда, такие, как тайфун Ирвинг, случаются нечасто. Город расположен на широте Сухуми, это так. И здесь третья по значению курортная зона страны. Но приморцы шутят. У нас широта крымская, зато долгота колымская. Красив край, благодатен, но одновременно и суров. Край мужественный. Край, словно созданный для молодежи. Для тех, кто хотел бы испытать свои силы, проверить себя на самостоятельность. Владивосток. Работает радиостанция «Тихий океан». Здравствуйте, друзья! В эфире субботняя программа «Панорама Дальневосточной недели». Немногим более 100 лет назад, когда капитан-лейтенант Алексей Шефнер привел свой корабль в бухту Золотой Рог, его встретила безлюдная тайга. По свидетельству энциклопедии Брокгауза и Эфрона,
В первый же год тигры съели лошадей, быков и собак, завезенных моряками. Теплоход «Эльтон» ожидает... Но вот перед нами прекрасный город. Центр молодого края. Об этом городе мечтал Невельской. В этом городе жил Арсеньев. Теплоход «Николай Карамзин» производит грузовые работы в порту Бангкок. Теплоход «Федор Петров» производит грузовые работы в порту Мадрас. Теплоход «Художник Пророков» следует из Йокогамы на Лонг-Бич. Теплоход «Правдинск» следует из порта Сабу на Ванкувер. Ожидается 11 сентября. Владивосток – город расставаний и встреч. Приходят корабли из дальних стран. Приходят и уходят. Город у океана немыслим без флота. И сегодня флот Приморья – это два пароходства. Приморское и крупнейшее в стране Дальневосточное ордена Ленина морское пароходство, которому уже исполнилось 100 лет. Его многотоннажные корабли посещают сотни гаваней половины государств планеты. Приморье – это морские ворота страны на Тихом океане. Старшина первой статьи Николай Вилков. Герой Советского Союза, старшина первой статьи Николай Вилков погиб, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Навечно зачислен в списке части краснознаменного Тихоокеанского флота. Город-крепость. Наш военный форпост на Тихом океане. Мы грудью своей. Мы нашей жизнью будем бороться за Родину, сказал легендарный герой гражданской войны Сергей Лазо. Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не сдадим ее никому. Именно во Владивостоке были подписаны первые советско-американские документы об ограничении стратегических вооружений между генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым и президентом Соединенных Штатов. Город-воин стоит за мир, потому что он хорошо помнит войну. Герой-пограничник Федор Крайнов погиб в бою за неприкосновенность государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Навечно зачислен в списке заставы Краснознаменного Тихоокеанского пограничного округа. Thank you.
По-особому дорог всем советским людям этот край нашей Родины, сказал Леонид Ильич Брежнев при вручении Приморскому краю ордена Ленина. С волнением бьется сердце, когда вступаешь на его землю. Это не только потому, что край ваш удивительный, неповторимо красив, что захватывающе широки его просторы и на редкость разнообразна природа. Советское Приморье – земля героической истории, где каждая пять прославляет мужество, смелость, патриотизм русского человека.